300 участников из разных регионов. У каждого свой уникальный волонтерский опыт и желание сделать мир вокруг лучше и добрее. Вместе легче и интереснее. Была полезная программа и эко-волонтерство. У них есть вода 46, когда они очищают реку. Вот, и это очень полезный опыт, я думаю, то, что нам нужно его перенять. У ребят из Московской области есть уникальный театр, инклюзивный для ребят с инклюзивными особенностями здоровья на основе творчества Анны Герман. Я такое впервые слышала, и это было очень интересно. В Курске почти 100 тысяч волонтеров. Особенно их помощь была ощутима в период пандемии, когда добровольцы доставляли на дом продукты и лекарства, помогали пожилым людям. Добровольчество набирает очень хорошие обороты, и наша основная задача, как органа исполнительной власти, оказывать всяческую помощь в этом порыве. Я уверен, что добровольчество будет развиваться в области и, в общем-то, охватывать все сферы. А взаимодействие с единомышленниками из других регионов поможет стать лучше и вдохновит на новые свершения. Ангелина Рязанцева, Алексей Еременко. События дня.